Побоище на пальцах. Прошло еще 18 лет, а со времени Великой Битвы потомков Пхараты 36. И стал тогда примечать Юдхиштхира недобрые знаки. Справа налево кружили птицы, спять поворачивали великие реки. Мгла застилала небо, и сыпались на землю раскаленные угли. Зловещие круги появлялись со светилами, луной и солнцем. И еще много было знамений грозных и устрашающих. А потом достигла Хастинапура известие, что погибли славные Вришни, а также Андхаки и Пходжи, перебив друг друга палецами. И показалось это известие пандавам невероятным, как если бы высох океан и померкла в их сердцах радость. И узнали они тогда, как случилось это побоище. Входили как-то в два раку трое великих мудрецов – Народа, Вишвамитра и Канва. И обредили тогда молодые герои Вришни и Самбу сына Кришны в женские одежды. Подтолкнули его к мудрецам и спросили хихикая богатых аскетическими подвигами. Вот эта жена Бабху, соправителя нашего царства. Она желает сына. Скажите же, кого она родит, о святые мудрецы и ответили тогда тем дерзким обманщикам мудрейшие. Породит этот самба наследник Кришны и Васудевы ужасную железную палицу а Вришнием и Андхаком на погибель. Палицей той вы, чванливый и зловредный. изведете весь род свой, кроме Кришны и Баларамы. Баларама, достойнейший из героев, подойдет к океану, чтобы оставить свое тело. Великого же духом Кришну подстрелит простой охотник. И на следующий же день произвел Самба огромную железную палицу. Узнав о грозных этих событиях, Уграсена царь Вришнев повелел стереть ужасную палицу ту в порошок и бросить в океан. Кроме того, запретил он под страхом мучительной казни всем жителям города варить пиво и делать спиртные напитки. И в те же дни увидели встревоженные в Ришни много знамений, предвещавших их гибель. Трескалась сама по себе посуда, цапли кричали как совы, вою шакалов вторили козы, а у коров – рождались ослята, у кобыл же слонята. Хорошая пища, приготовленная в чистых кухнях, поданная к столу, кишела уже тысячами червей. И предались тогда многие вришни злодейством, ненавидели они брахманов, богов и предков, и всех, кроме Кришны и Баларамы, и оскорбляли они даже наставников. Примечая все это, увидел Кришна, что круг времени завершился, и молвил он полный печали. Видно, приходит конец, ведь минуло 36 лет после битвы. Вот и настал он, он срок проклятия, изреченного скорбной Гандхари, мучимой горем о своих родственников, павших в сражении. И рассудив так, Приказал тогда Кришна своему народу. Ступайте на берег океана, чтобы совершить там омовение. Тогда ночью в святилище дерзко слетались коршины и там убивали друг друга. Диск сударшина с алмазной ступицей, подарок Кришне от Агни вознесся на небо. Дивную! подобную солнцу колесницу кони умчали вдаль по волнам океана. Чтимые Кришны и Баларамы знамена со знаками винного дерева и горуды унесли в поднебесье абсары, повторяя при этом: Вришни, омойтесь в священной воде океана. Вришни и Андхаки Приготовили много еды и напитков, покинули город и расположились в Прабхасе у берега моря. Там учинили они большую попойку. Пищу же, что была приготовлена для брахманов, смешав с пальмовой водкой, они швырнули обезьянам. Прямо на глазах у Кришны Баларама пил с Юютханой с Критоварманным, и Прадюмны сыном Кришны. И молвил тогда Сатьяки с презрением Ритоварману. «Разве станет Кшатрий убивать спящих? Нет, не простят тебе такого преступления ядовы». Эти слова Юйютханы поддержал и Прадюмна, могучий воин. И сказал тогда взъяренный Критоварман, тыча в знак презрения в лицо Юдханы левой рукой. Когда отсекли Бхуришравасу руку и сел он на поле битвы, чтобы предаться Йоге, кто, как не ты, умертвил злодейски того героя? Гневно вскричал на это Юютхана. Вслед за сыновьями Драупади, вслед за Дриштадьюмной и Шикандином, Вошлю я этого негодяя в обитель Емараджи. Проклят злодея Шватхама, предательски убивший спящих. Ныне умрет и Критаварман, гнусный пособник злодейства. Сказав такие слова, Сатьяки, выхватив меч, в присутствии Кришны, снес Критаварману голову. Тогда Антхаки и Пходжи окружили ее Юдхану, стали швыряя посуды прогонять его прочь. И встал тогда на защиту друга продъемно, и оба защищались они достойно, но были оба убиты. Увидев, что сын его и Сатьяки убиты, гневно вскочил Кришна, вырвал он лучший из ядова в пучок травы Куша и стал тот пучок травы ужасной железной палицей. И палецей этой убивал Кришна всех, кто к нему приближался, и Андхаков, и Бходжи, и Вришни. Тут же и все остальные принялись рвать траву, и каждая травинка превращалась в палицу, и стали тогда все они пьяные истреблять друг друга и молча взирал на это побоище Кришна. Один за другим гибли его родственники, сыновья и племянники. Когда же упал на земь поверженный Самба, преисполнился Кришна великим гневом и перебил всех оставшихся в живых. Вернувшись в Двараку, разыскал Кришна Даруку, сына Сатьяки, и отправил его к Пандовам, прося, чтобы приехал Арджуна в столицу Вришне и позаботился об оставшихся без защиты женщинах. Затем отправился лучший из Ядовов к Васудеве своему отцу и сказал, ⁇ Да охранишь ты владыка наших женщин до прихода Арджуны! ⁇ Я знал заранее, что убьют друг друга Ядовы. Как некогда погубили друг друга Кауравы, Я не могу видеть этот город опустевшим, не могу слышать причитание женщин. В самом начале побоища Баларама удалился в лес. Я также последую за ним и предамся покаянию. И вот, почтительно попрощавшись со своим отцом, удалился Кришна в лес и нашел Балараму, сидящим на берегу океана под деревом. Молча сидел Баларама, не отвечал на вопросы. И вдруг выполз из его рта огромный, ослепительно сверкавший белый змей и направился к океану. И расступились воды океана, вышли навстречу белому змею, бесчисленные великие змеи вместе с властителем Варуны. И встретили они белого змея с почетом и уважением, а затем вместе с ним скрылись в водах. Долго бродил по лесу Кришна, размышляя об уходе своего брата и вспоминая проклятие Гандхари. А затем Пожелал он умереть и возлег на землю, погрузившись в созерцание. И проходил тогда мимо некий охотник, и принял тот охотник Кришну, залежавшего в траве оленя, и пустил он в него стрелу. Было у Кришны единственное уязвимое место ⁇ левая пятка ибо обтер некогда великий мудрец Дурваса малолетнего сына Васудевы остатками жертвенного молока. Но на пятку же молока его не хватило. И вот попала стрела охотника прямо в левую пятку Кришны. Когда же подошел тот охотник поближе, желая взять свою добычу, то увидел вместо нее четырехрукого человека, одетого в оранжевую одежду отшельника и погруженного в созерцание. Тогда в ужасе трепеща от своей вины припал охотник простреленной той ноге, великий же Кришна успокоил его и благословил, а затем оставил свое тело и начал возноситься к небу, озаряя собой всю Вселенную. И когда коснулся Кришны Небесной Тверди, вышли навстречу ему Рудра, Индра, все полубоги, Гандхарвы и Абсары, и почтили они Господа, воздавая ему хвалу. полученная до руки весть, что перебили друг друга пальцами в Ришни, что погибли они и Андхаки и Пходжи, потрясла пандовов, опалила сердца их горем. «Все погибло», — сказал Араджуна, отправляясь в Двараку. Подобно вдове, скорбящей о муже, — была столица Вришниев. Женщины, бывшие раньше под покровительством самого владыки мира, остались теперь без защиты. Увидев Арджуну, начали они причитать. Шесть тысяч жен имел Кришна. Увидев их, плачущих и лишившихся супруга, а также и всех сыновей, заплакал и сам Арджуна выслушав рассказ Рукмини о страшных событиях, восхвалил Партха Кришну, сказал слова утешения и пошел на свидание с Васудевой, родным братом царицы Кунти. Старый герой обнял Араджуну и сказал тогда о Васудева. Главной причиной гибели Вришнев стали Ююдхана и Продюмна твои и Кришны любимцы. Однако, как допустил сам Кришна, что сбылось проклятие Гандхари, мне не понять. Как допустил он, что сбылось проклятие великих мудрецов? Внука твоего Парикшата, убитого Ашватхамой, оживил он из мертвых. Своих же сородичей не пожелал взять под защиту – Видно, решил великий Кришна, что круг времени завершился. Узнав об ужасном этом побоище, перестал я принимать пищу и скоро, наверное, освобожусь от тела. Это счастье, что успел ты повидать меня, о сын Притхи. Исполни все сказанное Кришной. Царство, сокровища и женщин – все это оставляю я тебе». Сам же я жизнь эту для многих желанную скоро покину, о губитель врагов. После этой беседы решил Арджуна увести Вришниев в Индрапрастху и дал им один день на сборы. Проведя ночь в покоях Кришны, узнал лучший из героев на утро, что в суде расстался с жизнью и вывез сын Придхитела, могучего воина за город на тростниковой колеснице, запряженной людьми, и взошли вслед за Васудевой на погребальный костер все четыре его супруги. Затем похоронили в Ришнии, соблюдая обычаи, всех убитых в побоище палецами, а также найденные в лесу тела Баларамы и Кришны. На исходе же седьмого дня взошел Арджуна на колесницу и повел за собой в Индрапрастху всех жен Кришны, а также всех жителей Двараки, Брахманов, Кшатриев, Вайшев и Шудар. И как только ушли те все люди из Двараки, затопили столицу в воды океана, и было это подобно чуду благополучно достигнув Пятиречья, расположил Арджуна в богатой этой стране стан. Прослышав про караван с несметными сокровищами и тысячами женщин, охраняемый одним лишь героем, напали на то становище в Ришниев разбойники, многочисленные и вооруженные палецами. И воскликнул тогда Арджуна с усмешкой берясь за лук. «А ну-ка, давайте-ка проваливайте, если хотите остаться живыми!» Но почему-то с большим усилием смог натянуть он тетиву Гандивы. То ли руки его ослабели, то ли волшебный лук перестал повиноваться. Тогда хотел Арджуна воспользоваться божественным оружием, но не смог припомнить ни одного заклинания. Разбойники же прямо на глазах у немногих оставшихся воинов Вришниев и Аржуны растаскивали и сокровища, и все добро, и женщин. И собрал тогда сын Притхи все силы, и взял он снова в руки Гандиву. Тысячами убивал он тех разбойников, но вскоре кончились в колчинах его стрелы, в колчинах прежде бывших неистощимыми. И захватили все же разбойники многих женщин, и всю, какую хотели добычу, и ушли они тогда во свояси, а Арджуна чувствовал себя опозоренным. Очень тяжко вздыхал он, размышляя о слабости своих рук, об исчезновении божественного оружия и о непокорности лука Гандивы и истощении неистощимых колчинов. Когда же пришли остатки каравана в Индрапрастху, даровал Арджуна тот город Ваджра, правнуку Кришны, и с тех пор расселились там в Ришни. Вдовы же Кришны предпочли отшельническую жизнь и удалились в лес, а пятеро из них во главе с Рукмини – взошли на погребальный костер. По дороге в Хастинапур посетил Арджуна святую обитель в Ясы, и рассказал он мудрейшему о горестных и тревожных событиях. И ответил ему сын Сатьевати так, «Не грусти о а могучей о а погибших, неизбежная судьба их всех постигла». Кришна, держатель диска и палицы, мог бы изменить проклятие мудрецов и Гандхари, но не видел в этом смысла. Облегчив ношу земли, завершил Кришна земное свое предназначение и вернулся сейчас в небесную обитель. Ты скорбишь, что утратил былое могущество, но ведь все дается человеку на время – получивший силу, вновь становится слабосильным, ставший владыкой, вновь становится подчиненным, оружием убивавший, сам уходит в обитель Емараджи. И ты, и братья твои уже завершили все, подлежавшее завершению. Теперь уйти из мира земного по доброй воле – вот что я считаю высшим для вас благом. Так, отпущенный в ясой, пришел Арджуна в столицу Коуравов и рассказал Юдхиштхире обо всем происшедшем, обо всем, что увидел и услышал.